Федор Емельяненко дал свой прогноз на поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. «Если случится так, что Нурмагомедову дадут чемпионский бой, то Хабиб станет чемпионом», – заявил Федор. «У Нурмагомедова есть все шансы, чтобы быть чемпионом UFC. Однако многое зависит от руководства компании UFC. У Хабиба очень хорошие шансы в бою против Макгрегора. Думаю, Нурмагомедов сможет победить Конора. Хабиб имеет огромное преимущество в навыках борьбы, и он, наверное, этим воспользуется. Шансы же Макгрегора будут заключаться в разрыве дистанции и нанесении ударов с расстояния». Бразильский ветеран ММА Фабио Мальдонадо изъявил желание заменить своего соотечественника Вандерлея Сильву в бою против Мирка Крокопа. Поединок Сильва-Крокоп должен был состояться 29 декабря в Японии. Однако за несколько недель до поединка Сильва снялся с турнира. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс достиг соглашения с атлетической комиссией Невады по делу употребления запрещенных веществ при подготовке к UFC 200. Таким образом, уже в июле следующего года Джонс может вернуться в бои,